Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Посмотрел я последний ролик Павлова, который там выходил, и вы знаете, а Павлов что-то, конечно, пиздец. Но перед тем, как мы начнем разговаривать о Владиславе Павлове, я бы хотел вам сказать, что Arizona Roleplay Chandler IP... Блять, Чандлер, Arizona, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании под данным видеороликом. При вводе данного никнейма в поле, откуда вы узнали о сервере, вы получите 300 тысяч виртов при достижении вами там 5-го или какого-то еще левела. В общем-то, не важно, просто вводите данный никнейм и заходите играть на вот этот вот, на весь проект, дабы там все было вот именно как-то вот таким вот образом. Да, вот, значит, Владислав Павлов, сколько же про него было уже, знаете ли, сказано мной, не мной, там, ангелом Кассада, не ангелом Кассада, да, блять, всеми просто людьми, которые там хоть немного, там, хоть что-то, хоть как-то вообще смыслят в жизни, да, хоть немного там что-то, блять, где-то догоняют, да, потому что то, что увидел я в новом ролике Владислава, это просто пиздец. Это просто пиздец, блядь. Если мало ли кто-то из вас не видел, не смотрите. Я вам сейчас просто перескажу, что там было. И вы просто поймете, что, ну, как бы, не нужно это смотреть никому. И никогда вообще. Я охуел от того, как это смотрят, как люди оставляют вообще комментарии на это. То есть ролик Владислава Павлова называется «Сервер», там, на котором не стоит начинать игру и так далее. Или там как-то вот вроде того он называется. В общем-то, он опять, вот эта вот тварь, зашла на сам ПРП и начала делать там всякую хуйню. То есть, понимаете ли, в чем дело? Он... путем выставления сам ПРП плохим проектом хочет распиарить Evolve Roleplay. Проект, который, блядь, украл, буквально спиздил мод вот этого вот самого, блядь, сам ПРП, и выдавая его потом за свой, блядь. Ну, это пиздец. И сейчас вы знаете, один из топ-ютуберов, из, можно сказать, представителей, амбассадоров проекта, начал делать вот такую вот хуйню. Как бы, вот просто, понимаете ли, уничтожать... один, можно сказать, бизнес для того, чтобы процветал другой. То есть нечестная конкуренция по факту. А человек что делает? Человек на своих видеороликах заходит и включает читы какие-то. И говорит, ебать, смотрите, нас не кикает. Начинает разносить игроков, начинает делать какую-то прочую хуйню. В один момент его телепортирует админ и спрашивает провайдера, там, вот знаете, регистрационные данные и все такое. И Владислав Павлов, когда я с ним когда-то общался, он сказал, что уже там, знаете ли, про сперму давно не шутит, то, что это уже, знаете ли, не смешно вот про эту вот самую сперму и так далее. То есть реально уже все, можно Владислава Павлова не рофлить этой спермой, он уже так, блять, не рофлит. И там просто его спрашивают, блять, страна, город, провайдер регистрации, он так говорит, спермаленд, кончать телеком, вот это вот, блять, знаете, вот этот вот юмор для высокоинтеллектуальных людей, вот это, знаете ли, постирония, да, мета-ирония, мета-модерн, возможно, это для конченых аутистов. Вот когда Владислав Павлов просто там добавляет каждому, блять, слову такой корень сперма, то, разумеется, смешно ж получается, смешно, и таким образом он хочет выставить проект сам ПРП как какой-то хуёвый проект. Просто он заходит, блядь, и начинает творить там хуйню полную. Ой, блядь, и лучше бы он этой хуйни не делал. Лучше бы, блядь, он всего этого не делал. Лучше бы он, блядь, рот свой не открывал тогда. Потому что, ну, это реально, это просто пиздец, блядь. Это такое, блядь, охуеть просто, блядь. Вот. Значит, тот, кто разрабатывает античит на сам ПРП, я уж не помню, как там его зовут, как там у него канал на Ютубе и так далее. В общем-то, он заходит... и решает, то есть, сделать то же самое, что и Павлов. Проверить античит Evolve Roleplay. Вы знаете, на Evolve это Roleplay, оказывается, работает больше даже читов, чем на сам ТРП. Ебать, как же так, там и дамагер, и каршот работает, и не банят админы за это. Ой, из организации там максимум увольняли его, и все. На сам ПРП же там сразу ТП-хали, блядь, его на регистрационные данные, на все прочее. То есть, Владислав Павлов путем... выставление одного проекта плохим старается продвинуть как-то свой. Ну, я считаю, что это как минимум, блять, ну хуёво такое делать. Хуёво, блять, таким заниматься. Ну, в самом деле, блять.
Ну, то есть, ну это пиздец. Типа, не, ну представьте, блядь, ну реально. Люди стараются, делают мод, вот свой, лично пишут свой мод. Какие-то дебилы, уебаны, уёбки, ушлёпки, блядь, просто копируют их мод, да, берут их из открытых источников, заливают там на свой хостинг, и потом при помощи своих же вот этих вот самых ютуберов, которым там платят деньги, убивают вот этих вот, знаете ли, тех, у кого брали свой же мод. Ну это пиздец. Ну это пиздец. Я уж молчу о том, что там, знаете ли, как Evolve Roleplay-то позиционировался, как проект, который старую атмосферу с Ампер-П нам всем вернет. Ух ты, блять, старая атмосфера с Ампер-П 2012, там, не знаю, 2013 года. По итогу нихуя этого нету. Нихуя. Они просто там подправили что-то в имеющемся моде с Ампер-П и выставили это уже за свой. Как так? Почему это так? Непонятно. Но вот сделали они это именно так. И Владислав Павлов сейчас просто вот всячески там при любой удобной возможности, даже не при любой удобной возможности, просто когда ему в голову взапредет, он такой типа, ебать, хочу, так сказать, блин, хочу получить деньги с Evolve Roleplay и при этом немного поднять лояльность среди людей, которые эти самые деньги мне платят. А зайду-ка я на сам ПРП и начну там читерить, показывая, что античит не работает. Ой, блять, и то есть, ну, реально, блять, лучше бы он свой рот не открывал. Ну, это пиздец. Это просто, это пиздец, самый настоящий, блять, это самый настоящий пиздец. Просто, блять, человек вот такую хуйню делает. Как самому-то, блять, не стыдно, так сказать. Вот как самому-то, блять, не стыдно? Ну, что это такое? Что это? Вот как это работает? Я не понимаю вообще, каким образом? Ну вот, каким образом, блять, я не понимаю, просто как такого человека держат вообще на проекте-то на этом, да, ну то есть, ну логично, как его держат, да, там, конкурентов устраняют, ну чё, заебись, да, заебись, а то как он их устраняет, да всем похуй вообще, блять, всем поебать, да, там, чё, как, где, просто похуй, просто, блять, поебать, пиздец, ну я не знаю. И я, блядь, и я не знаю, что можно сказать. Владислав, блядь, Павлов, и опозорился опять. Ну, опозорился же, блядь, опять. Ну, это просто пиздец. Заходит, блядь, тот, кто конструирует вот этот вот античит на сам ПРП, заходит на Evolve Roleplay, проверяет вот этот вот античит, все то же самое. Все, блядь, то же самое. Только еще в некоторых случаях хуже. Там ложное срабатывание, вот эти вот жалуются на ложное срабатывание постоянно на форуме. Там одно сообщение в день, там в два дня приходит. Нормально вот так вот, блядь? Это вообще, блядь, ну это как в рамках разумного-то, нет? Ну то есть, блядь, просто я посмотрел этот ролик, просто вы знаете, он, блядь, мне кажется, немного психически нездоров. Оценочное суждение, опять же. Психически немного, мне кажется, он нездоров. Он вот это вот, блять, разносит людей кархаком там, или как эта хуйня называется, блять, вот этой пиздорванкой всей, блять, и смеется вот так, ха-ха-ха-ха-ха, блять, как же смешно, блять, я не понимаю. Я не понимаю. И хорошо, что находятся нормальные люди. Мне кажется, что нормальные люди, они находятся везде, где так или иначе оскорбляют их проект. То есть там, что на Абсолюте, что вот на сам ПРП эти люди нашли. Потому что Павлова безумно задизлайкили. Но это просто пиздец. Человек выпускает там один ролик, блядь, раз в несколько лет. Вот. То есть, ну, я, судя по себе, как бы, так сказать, смотрю. Вот. И как бы, и делает вот такую вот хуйню. То есть, ну, соотношение лайков-дизлайков все равно пиздец какое. Все равно пиздец, блядь. То есть, 2800 лайков на 661 дизлайк. То есть, кто вот эти 2800 человек, которым это понравилось? Понимаете, человек зашел на, блядь, проект, просто вот так вот включил читы, назаписывал 13 минут, вот это выложил на YouTube. 2800 лайков. Дизлайков меньше, чем лайков. Почему так происходит? Зачем? Мне просто на 13 минут наснимал, наверное, чтобы еще, знаете ли, рекламу там в каждые 5 минут натыкать. Чтобы вот так вот все было. Ну, что-то это пиздец, конечно. Что-то это, блять. Вообще, хотя у меня вроде отблок не стоит, и рекламы тут и нету, в общем-то. Ой, в общем, Павлов есть Павлов. Че уж с него взять? Сколько же я, опять же, могу сказать, говорено-переговорено про него было, все никак не успокоится, все вот, то есть,
вот такую вот хуйню будет. Даже там информацию не будет проверять, даже там на свой проект не зайдет, так не поделать. Ну, конечно, зачем он так делать на своем проекте, если можно попросить людей так поделать, да, на своем проекте почитерить, чтобы я их позабанил там, а снял вот эту очередную постанову свою, да, вот это вот все сделал. Ну, почему бы и нет, да, что прикольно же, смешно, весело, классно. Круто вообще, блять, охуительно. Просто заебись, блять.